приятно сидеть на берегу чистой реки и вдыхать чистый воздух, наслаждаться красотой природы. Но находить такие места на Земле с каждым днем становится все труднее. Современные технологии принесли много пользы человечеству, но навредили природе. Многие ученые говорят, что процесс необратим. Представьте себя связанным со всем, что вас окружает. Связанным с дыханием Земли, облаками, воздухом, которым вы дышите, каждой травинкой. Это наша среда. Сохранение этого баланса в неприкосновенности – это выбор. Выбор, который принадлежит нам и только нам. Следим ли мы за тем, чтобы лица, принимающие решения, действовали в интересах людей? Как мы, люди, связанные через нашу окружающую среду, можем обеспечивать наше устойчивое будущее? Мы можем и должны принимать участие в управлении нашей окружающей средой, так как планета Земля – это наш общий дом. Республика Таджикистан присоединилась к Аархусской конвенции 9 июня 2001 года. Согласно указу президента Республики Таджикистан номер 594. Во-первых, эта конвенция определяет экологические права граждан, общественных объединений и других представителей общества, в том числе в процессе получения доступа к экологической информации и активно принимать участие в принятии решений, которые могут существенно повлиять на состояние окружающей среды и экологические условия проживания населения. Во-вторых, данная конвенция регулирует вопросы доступа представителей общественности к правосудию, тем самым предоставляя возможность обращения в соответствующие инстанции по вопросам нарушения экологических прав и требований экологического законодательства. Нужно ли быть ученым, чтобы беспокоиться об экологии? Нужно ли быть специалистом, чтобы менять свои привычки и снижать вредное воздействие на окружающую среду? Нужны ли сложные процессы, чтобы оказать положительный эффект? Что будет с миром завтра, если мы не начнем заботиться об окружающей среде сегодня? При помощи Аархусской конвенции мы можем консультировать и направлять людей, принимающих решения. Уже 20 лет Аархусская конвенция направляет каждого жителя страны правом на информацию, правом на участие в принятии решений и правом на правосудие. С целью реализации трех основных принципов данной конвенции с 2003 года при поддержке программного офиса ОБСЕ были созданы аархусские центры, которые ведут свою деятельность в городах как Душанбе, Худжанд, Бухтар, Рашт и Харок. Данные Аархус-центры стали неотъемлемой частью Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан и ее подразделений на уровне областей, городов, районов по части популяризации развития экологической культуры населения. Благодаря принятию государственной комплексной программы по развитию экологического просвещения и воспитания населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы, работы в этом направлении были усилены многократно. Как результат, тысячи жителей, особенно молодежь, имеют возможность не только обогатить свои экологические знания, но и стать частью большого экологического движения, которое необходимо будущее нашей процветающей республики. Укрепляя наше сотрудничество с государственными органами, мы укрепляем устойчивость окружающей среды, которая, в свою очередь, обеспечивает экологическим и устойчивым будущим всех нас.